понасмотрелся видосов, на Ютубе насмотрелся, да, видосов, и своих в том числе, которые делаю по этому танку, да, как статюги начали на апнутом Йохе гнуть, и так хочется сыграть. Ладно, поехали съездим, попробуем. А ну, во, на, играй. На, что тебе не нравится, три арты. Насмотрелся видосов на Ютубе. На, играй. Едем на гору, а куда еще ехать? Едем на гору. Положено ехать на гору. Едем на гору, на, играй. Видосиков насмотрелся, тунчик апнутый взял. Во, на, играй. На. Не, ну а что, поехали. Поехали на гора. Поехали, поехали. Три арты всего лишь-то. Всего лишь-то. Шаман, привет, а чего ты не играешь на тяжах? Шаман, шаман, привет, а чего ты не играешь? Шаман, а что нового в игре? Ничего! Нахрен я на него уселся? На это что ты там бухтишь еще мне? Голосом Чака Норриса русской озвучки. Что ты мне бухтишь? О, ездить стал быстрее, да? Ну, я, честно говоря, не помню, как он... Вот кто ездит! А я так, не, ну для тяжа-то я еду. СТ-шку обгоняю. А что мне? Ля, СТ-шку обгоняю. Ты понимаешь? Ай! Ты что? Уга! Вот сюда надо поджиматься. СТ-шкой. Вот этой 54-кой, как я это делаю, да? А он стоит за коровой. Коровники охраняет, потом рассказывает, что ему с командами не везет. Ну, не везет человеку с командами. Проигрывает, поставит. Кобру уже светит. Значит, здесь успели встать. Хорошо, замечательно. Уже я еще не успел доехать 1100 по хп. Наиграй, наиграй. Опа, один поиграл. Опа, пятничный, первый бой, пятничный, пятничный, боечек первый. Уф, едем играть, насмотревшись видосиков. Едем, едем, чтобы вы понимали, кто играет. Зеленый игрок с 2000 на топах. Да, я такой, мне 47 лет, у меня 2000 на топах. Да, 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 общая статистика 55%. 47 годиков мальчику, играю как умею. Последнее время больше и больше играю на арте. А раньше нравилось на ЛТ играть, но сейчас светить некому. Почему не поехать сюда? Ладно. Еду за мельница, еду за мельница. Ему еще апнули пробитие. Да попробуем. Да, я знаю, где они, свечу. Тихо. Это вообще не я должен делать. Он вылезет, засветится. Тихо-тихо, не торопитесь. Вылезете под три арты. А что, 54-ка за коровниками уже в ангар ушла? А-а-а, хорошо. Гриль по полю. Обопился горилки и поехал. Гриль, гриль. А он кто светил? Вон они. Гриль по полю, гриль. Гриль по полю. Тихо. Не дать уйти, не дать уйти. Апнули, проверяй. Апнули, апнули. Видите, это апнутый йох. Апнутый йох. Если кто не понимает, это апнутый йох. Йох апнутый, а шаман-то не апнутый. Я, кстати, почему на гуслю он не привстал? Я не понял. Куда ты поехал один, друг ты мой ситный? Его и не прикрыть, это ж они отсюда стоят, стреляют. Нас же никто не светит. Я даже не знаю, что делать. Свалить? Или ворваться. Ворваться. Ворваться на ИСа 7-го, как мужчина. А, это взвод. Порвать взвод ИСов 7-х, как мужчина. Как мужчина порвать взвод ИСов 7-х. На голде или на ББ будем рвать? Как будем рвать? Видите, это слева оттуда стреляют. Я ничего сделать не могу. Я не могу ничего сделать. Их просто клаш... Во! Дождался апа Йоха и поехал. Как я... Меня только артой достают вроде. Я вроде спрятался от тех. Апнутый, йох, апнутый. А, йох апнутый. Если вдруг какие вопросы, то йох апнутый. А команду так и не апнутый. Во! Во! Это, видите, они уже шла четвертая минута боя. СТ-шки противника уже режут арту на малиновке. Апнутый, йох, апнутый, йох. Я в одном из своих видосов, господа, недавно выразил свое мнение. Я сейчас вам скажу, по какому вопросу. Ой, сейчас как от трех арт прилетит. Я ж единственный, кто светится.
О, апнули пробитие, между прочим, если кто не понял. Апнули пробитие. А вот ему ничего не апнули, мне апнули. А ему не апнули, видите? Вот ему не апнули, а мне апнули. Вот, а их двое. Я один, а их двое. Понимаете, меня апнули, а я не буду расходники по 20 тысяч тратить на этот слив. Я не вытащу здесь под тремя артами. Какие эти. Видите, ему апнули ему, да? Апнули. Меня апнули. Меня не апнули, апнули Йоха. Видите, я один против двоих играю. А больше играть не с кем. Команды нет. А, видите, апнули. Летит снаряд, вылетает в зону пробития. Смотри. Опа. И нету. Апнули. Йоха апнули. А балансировщик, про который я начал только что говорить, апнуть забыли. Две пульки спионерили. Две. Так бы было 2000 урона, про которые я и говорю. Дисбаланс по скиллу. У них соображают, где быть, где не быть. Наши даже за коровниками в начале боя поотлетали. На имбе. На имбах поотлетали. На, играй. Ее хапнули. Минус 16 тысяч по хп. Стримером крутят, между прочим. Стримером крутят. Стримером подкручивают. На, играй. Чего ты не играешь? Насколько вам понравился бой? Замечательный бой. А во! Кому бой тоже понравился? Лайкосы не забываем ставить. Особенно те, у кого бои такие же. Во! Круто, класс, давай еще. На, играй. Апнули, Йоха, апнули. Вот у меня 2000 сперли. Ну, одну так точно. Я был бы, естественно, в топе по урону. 47 лет. Мальчику 47 годиков. Меня апнули, а вот их не апнули. Их не надо апать, у них все нормально и так. Вот они, вот. На имбе за коровниками стоит, вот. Играет в тунцики. Ветеран игры. А сейчас игра уже не та. Какая не та? Для тебя она одна и та же. Для всех она. Короче, классный бой. Круто, класс, давай еще. Насмотрелся видосов, поехал в боечек. Во! Лайк.